всем привет, дорогие друзья, с вами Данил, Лимба и канал Good Time Channel. И остановились мы вот тут вот, да. Давно я не снимал Лимба, и вот сейчас продолжим его снимать. Блин, опять этот жук. Он, да, эти жуки уже постоянно прицепляются на меня и мешают жить нормально. Вот, скоро уже закончим Лимба и начнем что-нибудь другое снимать, да? Ну, ой, блин. I'm dead. Ну и чё? И начнем что-нибудь другое снимать. Сделал опрос в группике у меня, игры на iPad есть. Вот. И выберите сами. Yes, of course, for example, together. Вот так вот. Бежим с этой личинкой дурацкой, не знаю куда. Сейчас опять эту штуку будет, что делать надо тут, не пойму. Только... Беги обратно. Ай, туда. Это же моё. Пацаны, что делать? А, может, тебя уронить надо, а потом убежать? Ну-ка, ну-ка. Так. Сейчас гений додумается. Простите то, что давно видео не выходили. Вот. Я на своем канале блог выпустил, как бы. Ну, блог, фигок. Ну, влог даже сказать, а не блог. То, что там, короче, почему мы не выпускаем все такое. Вот, там посмотрите, ссылку там в описании не оставлю. Сами просто на мой канал зайдете. Ну, я как бы через этот канал, вот, Гутэм Ченел лайк, ну, как бы, и в гиде будет написано. Так, на свет зашли, повернулись, ну, личинка на свет реагирует, если в прошлом выпуске не смотрели, ну, или не до конца досмотрели. Так, сейчас побежим, ну, сейчас туда куда-нибудь прибежим, там, где они цепями, будет все хорошо. Так, уже целую неделю ничего не выходило у нас, вот, извините, пожалуйста. Хотя, нифига. Ну, давай уже, что там делать-то? Ой, это что, опять свет, что ли? А нет, это не свет. Ну, беги, беги, бежим, бежим. Я, кстати, убрал эти белые точки, когда, ну, нажимаю, когда, вот, чтобы точек белых не было. Ну, и чё, куда я бегу? Ну, ё. Давай уже прибеги куда-нибудь. Надоело. Вот так вот. Скоро уже включу новую рубрику для вас на нашем канале. Вот, но это секрет пока что, мы пока не будем вам рассказывать, чтобы вам интересно было. О, блин, йо! Oh, fucking dead. Oh, motherfuckers. Йо. Ну все. Так, слава богу, мы выжили. Так. Oh, блин, нет! Oh, блин, расколбасило. Так, ну ладно, расколбасило, так расколбасило. Сейчас мы там перепрыгнем. А, я понял. Наверное, надо на кнопку нажать, да? Так. Оп, и теперь вообще медленно идти надо. Чтобы эту штуку успела упасть. Я, типа, наверное, на ящик запрыгнул. И... Давай, подай. Вот. И перепрыгнул. Блин, а я думал, ящик не ломается. Блин. Давай скорее беги, 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 беги. Прыгай, ломай, беги, ломай. Как мы на химии проходим, такую фигню не представляете. Бутан, пентан, пропан, нанан, гексан, гептан, фу-фу, блин. Короче, даже в угу не после эту штуку фигню знать. Но это еще без понт, не знаю, нафига это надо. О, все. Ура, свобода. Так, теперь... Опа, она сейчас, короче, вот так вот прыжок. О, фу, фига себе. Вот этот визончик Лимба. Так, мне еще вот Лимба надоело играть, то, что как бы, типа, 2D игра. Вот, не так уж интересно. Вот можно, кстати, я, наверное, в голосование включу там вот, которое будет, голосование там, типа, а как перепрыгнуть? А, ну, включу, типа, Лимба там, Бэтмен, Спайдермен, это же как бы 3D-игра. А, не, Лимба-то не буду включать за Финису. Но я включу чисто ради прикола Майнкрафт. Но даже если он выиграет, то я не буду в него играть, потому что, блин, мне кажется, иногда интересно. Но если он выиграет с большим отрывом, то я, конечно же, буду играть. Но я вообще не хочу в него, да ё-моё, хоть бы не сначала самого. Хоть бы не надо. Не надо. Не-не-не. А, фу, все пронесло. Фу, нам повезло. Так, сейчас мы... ну да. Начало глючить, чуваки. Как всегда. Так, давайте я сейчас сюда прибегу. Вот встану, я тут стою, да? Сейчас нажму как бы на стоп. Это как бы я по отдельности видео снимаю, чтобы заново все не переснимать целую часть. Ну, отрывок, точнее. Вот, я сажу стоп и заново продолжить. Хорошо? Ну все, давайте.
Так, все, продолжаем. Я как бы, ну, это уже как бы, я эти как бы, смотрите, знаете, как видео снимаю? Я как бы снимаю, например, одну головоломку прошел, нажимаю на стоп и следующее видео, потому что, не знаю, из-за того, что как бы программа, стоит программа, чтобы экран снимался, из-за этого иногда съемка глючит, вот, точнее, игра глючит, вот, и чтобы не приходилось заново весь отрывок снимать, я как бы так нажимаю, оп, перепрыгнул, вот, и по несколько частей я снимаю, а потом склеиваю просто. Вот так вот. Так, наверное, надо его раскинуть как-нибудь. Вот, сейчас я, наверное, сюда себя потяну. Да? Так. Оп, запрыгиваем. Бежим, 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 бежим. Прыгаем. Да, ты прыгунчик, чувак. Уважуха и респект, йоу-йоу. Так. Говорят, в 2014 году ему, наверное, приезжает. Ну, это вроде в той части говорил уже вам это, да? Я не помню. Так, нажать на... И чё? О. А как ты про... А почему, как она прошла через эту стенку, потолок, ой, как... это через пол? Ладно. Так, если тут... Подождите, если тут крючочек, если, значит, можно себя надо потянуть. Так. И чё? А, ты куда? Фака. Ты урод вонючий, стой. Нет, не уезжай никуда, стой. Я понял, надо себя затянуть, наверное. Да? У нас, смотрите, она вверх поднимется, вот, и надо будет на себя ее тянуть, вот сюда. Гормонально, гормонально. Так, кстати, сейчас ко мне Макс придет, и будет развлекуха. А что, будем делами заниматься, все для вас делать, чтобы вы не заскучали. Подождите, и нафига я ее сюда затащил, я не понимаю. Ой, чуваки, что за бред? Лапу нали. Так, и чё тут надо? Чё это такое? И чё я сделал? О, верёвка, давай. Оп. Давай. Оп. А, походу надо где-то коробку взять. Где коробку вам возьму? Подождите. А если я спрыгну, то я не подниму, получается, значит, надо скинуть её. Так, а где коробку-то взять? А, вот коробка. Прикол. А, подождите, заново получается, что ли, все закидывать надо, все такое. Никто, меня даже никто не предупредил, ну что за... Нечестно. Поехали. Так. Сюда встанем. Сейчас она когда подъедет, я туда закину, такие баба-бац. Будет веселуха. Ой, чуваки, не слушайте, у меня опять какую-то фигню. А, нет, не падай. А, пак. А, еще и убил у меня, замечательно. Хоть бы не оттуда. Надеюсь, не оттуда, где там будет, да? Так, сейчас нажму. О, Макс, ты ничего написал. Ладно, сейчас я ему открою дверь, он просто ко мне пришел. Пауза. Ко мне только что пришел Макс, и мне пришлось переместиться на кухню. Так, на чем мы остановились? А, на ящик туда закинуть вверх. Сейчас мы его возьмем. Так, оп, запрыгнули. И потащили туда. Так, теперь надо запустить наверх. Блин. Ну давай. Так, все. Сейчас мы его туда перекинем, будет все прекрасно. Так, сюда его. Вот сюда. Теперь. Так. Так. Все. Mission complete. Это чтобы, короче, тут штука опускается вниз, надо все поставить, чтобы, видите, она не опускалась. Это типа как качелька. Теперь оставим здесь и запускаем веревку. Так. Все, она сейчас спустится, я так на нее запрыгну и все. Вот крону поставил даже. Не ожидал, что такое она поставлю. А, не, подождите. Надо, чтобы вверх подняться-то это. Как бы запустить запустить рычаг. И это. И запрыгнуть резко. Так, берем. Оп. Оп. Все. Подвисал немножко, но он. Все равно до сего даже не досмотрели даже его. Так. И раскачиваемся. Раскачиваемся, раскачиваем. Давай, раскачивайся. И прыжок.
Все, и вот мы тут. Так, что-то тут интересное у нас получается. Так, получается, надо, чтобы два ящика упали, на них поставить друг на друга и перепрыгнуть вон туда. И получается, надо... Вот так вот. Оп, давай. Оп. Так. Давай, падай. Беги. Не. Ай, почти успел. Вот, блин, а. Факандет. А если вот так? Так, бегим, бежим. Бежим. Ну, падай. Давай, тащи. Фак. Так, получается, надо... Может, сначала тут надо ящик? Так, опускаем. Ну, давай. А, да, я все понял. Так, сейчас умрем быстренько. Так, вжух. Получается, сначала перепрыгиваем. Нажимаем здесь. Ждем. Быстренько нажимаем здесь. Бежим. И вот так вот. Давай. Так, теперь их тащим. Прыгаем. И пунч. Да блин. Надо было ближе. Ну ладно. Так. Нажимаем. Ждем. Бежим туда. Нажимаем. Бежим сюда. Ой, падай уже. А, я тормознул. Ладно. Так, давай. О, нет. Так, ладно. Норм. Все отлично. Не тупим. Опять не успею, наверное. А, да, не успел. Блин. Сложно, чуваки. Ну вы, блин. Ой, ну ладно. Давайте сдохнем туда. И умираем. Ух ты вещь. Так, тогда получается перепрыгиваем. Так. Ля-ля-ля. Давай. А, что-то плюется. Не так пи. А, ну все, конец. А, нет, не конец. Так. Оп. Давай. Ай, блин. И что делать? Почему ты не допрыгнул, ты чувак? А, и что, ты упадешь сейчас, я что делать буду? Ую. Ты, блин. Вонючая. Так. Падай. Раз, два, три, четыре, пять. Так, падай. Давай. Падай. Оп. Ой, блин, ну что я делаю? Тупой. Ну, кое-что перемотайте тогда, чтобы не мучиться вам. Не мучиться от моего разговора. Ой. Перемотайте где-нибудь на минут 5. Мне кажется, нормально будет. Ой, ну ты чего бежал, ты бери их. Ну, надо туда натормозить и все равно делать сразу. Вот опять не допрыгнула. Отдохни. Полигон сраный. Блин, полиглот, что несу вообще, а? Полиглот тот, кто разговаривает на разных языках. Так. Упала. Бежим сюда. Упал. Он упал на меня. О, приехал. Так. Ну, выбирайте сообщение, все. Так, получается. Так. И. Так. Твой... Ну, нет. Так, чуваки, давайте мне кое-что идея. Чтобы у меня мышцы, ну, вы поняли, что надо делать, да? Просто тут на ловкость, ну, вы поняли, да? Я, короче, сейчас возьму, вот так, смотрите. Беру, вот так, нажимаю. И потом просто, оп, и сразу на другую трассу, так сюда, оп, и все. Окей? Спасибо за понимание. Ну, если что, тут, короче, просто надо было, там запрыгиваешь, как бы, вверх, тут просто было, вот смотрите, пробежать, да, вот тут, и просто на лестницу залезть, и все. Так что... Все хорошо? Так, ну и замечательно. Ну вот, продолжаем тут. Сейчас, давайте посмотрим, сколько там осталось играть. Вот, получается, эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, 10 головок где-то осталось. Вот, ну. Сейчас тогда
Уже скоро закончится сезон. Наверное, сейчас серия 3 будет, может. Ё-моё. Чё? Там, Анна, тихо, чтобы не просто... Ай, ёп. Чё за чувак вообще, а? Тупой какой-то дядя. Так, мы идем, да? Надо, походу, тихо, чтобы он не проснулся. У меня даже руки от страха дрожат. И что такое? Что надо делать, чуваки? Попрыгиваешь от него? Винякает. Ну ладно, зато весело было. Так... Что дальше у нас? Оп, сюда. Тут труба какая-то. Ну ладно, ничего интересного. И чё? Ой. Что-то странное, да. Давайте на этом мы остановимся, на этот раз. Сегодня вечером, наверное, еще сразу серию выпущу, чтобы поскорее закончить этим сезоном. Вот. С вами был Данил. Максим сидит слева в комнате. Так, и good time channel был. Подписывайтесь, ставьте лайк. Лойс Бойс. Вот. Всем пока. Антифа. Давайте.